Ну что ж, здравствуйте, дамы и господа. Сегодня мы смотрим уже второй, так, сейчас вот это перейду, да, второй полуфинал с про серии за девятый сезон, где у нас идутся две такие команды, как Compass Gaming и команда ДПВЗ. Так, да, вот сейчас мы подключаем одного важного человека. Да, немножко громко набирается сейчас. Так. Раз-раз. Два-два. Ну что, ты социопат, говорят, насколько я понял. Да. И что? Что? Что в этом хорошего, с таким довольный, что социопат? Ну ладно. Ну как ты думаешь, менеджер был прав, или команда ПВЗ собралась, послушала то интервью и решила, что сейчас будет наказывать команду Compass Gaming на изичах? Сейчас будет жара, дикая жара, и я подозреваю, все-таки будет именно наш бот 3, в котором будет пот и кровь от одной и второй команды. Так, да, микрофон есть, тебя вроде бы должно быть слышно сейчас. Да, пот и кровь, говоришь? Это как... Ладно, неважно. Compass Gaming. Не, ну знаешь, есть такое подозрение, что все-таки Compass Gaming реально может хорошо сыграть, раз менеджер так уверенно говорил. Ну хотя ДПВЗ тоже уже не первый день играет в доту, поэтому... Ну они уже сколько в про держатся, ты не в курсе? ДПВЗ не вспомню. Вообще не никак вспомнишь? Не вспомню. Это... Я знаю то, что они играли уже так же против, как и Дуза Гейминг, против высоких лиц в доте с теми же Роксами, с теми же ВП, насколько я помню. В битве четырех они завоевали там сколько? Тысяч? 10 или 25, я точно не помню. Вот. И... Так что от них я ожидаю очень сильной игры. Ну, а от Compass Gaming мы видели вчера две изи-катки, поэтому, может быть, они что-то тоже покажут, как и вчера, и, соответственно, ДПВЗ и не вытащат, на самом деле. Батрайдер мы видим. Первый пик, кстати, от них. Да, первый пик, боже, социопаты круче в Америке все решили. Ладно, Батрайдер аппарат уже у нас есть в пиках, собственно говоря. Можно дать такую небольшую статистику, пока она у меня все-таки открыта. Да, вот команда КПГ, вчера мы видели, что они прекрасно отыграли. Ну, собственно говоря, ДПВЗ в своей группе заняли первое место, и поэтому сразу же попали в полуфинал. Вчера они не играли и прошли на изичах. Собственно говоря, по турнирам, что у них, да, они с Викинкапа с 22-го начали играть. Так, Only AM, тут они что-то баловались еще 18 июля. Да, Weekend Cup, Semi Pro, ну, тут... О, они даже участвовали в 4000-м юбилейном Weekend... О, это, Fast Cup, это реально был крутой Fast Cup, в котором участвовало много сильных команд. Ладно, ребят, я вас обманул, участвовало не так много сильных команд, но победила... Победила явно команда не ДПВЗ, и, к сожалению, не прошли даже в 1/4. Ладно, ну, собственно говоря, по статистике именно на сайте StarLadder у них 232 матча, 181 победа, 10 ничей, плюс 41 поражение. Ну, собственно говоря, статистика тоже относительно хорошая. Вот можете посчитать, какой коэффициент побед у них, кому интересно. Ну, а что касается команды Compass Gaming, как мы говорили, это относительно тоже молодая команда. Матчи у них сыграно чуть поменьше, чем у команды ПВЗ, но, опять же, они уверенно идут. Матчи сыграно у них буквально на 31 матч меньше, но и статистика, возможно, даже чуть лучше. 140 побед, 12 ничей и 49 поражений. Нет, статистика у них похуже, извиняюсь. Да. А так оно и есть. При условии, что на 140 выигранных матч у них 49 проигранных, ну ладно, грубо говоря, 50, нет, 49. У команды ДПВЗ 181 матч сыгран, выигранные они, выиграли 181 матч и всего лишь 41 проиграли. То есть держатся они получше. Так, там уже гуглишь, да, какие-нибудь крутые связки, которыми играют обычно команды? Я сейчас хочу набрать еще вот одного персонажа они возьмут, и я вот начну свои комментарии по этому поводить, но они все банят и банят. Как долго-то банят они? Сколько можно банить? Ну вот, правда, задолбали со своими банами, уже бы все сделали буквально за пару минут. Вообще, зачем в ЦМ баны? Были бы только пики. Да, были бы только пики, зачем баны вообще? Или баны на рандоме бы ставились, такие, бах. Не, мне нравилась в Хойне система, то есть у тебя там сперва три, что ли, баны идет, или сколько, вот этих персонажей ты банишь, потом идет несколько стадий пиков, еще идут баны тоже до 5. И последние то ли 2, то ли 3 пика у тебя идут из тех, кого ты забанил до этого. Вот это реально крутая система была. А здесь что-то не додумали. Ну, в принципе, тоже неплохо сделали. Так. Погоди, где это было? Я прослушал. В Хоне.
Heroes of чего-то там. А в Доте не додумали, да? Дота намного... Ну, Дота круче, кто спорит. Но вот эта вот система мне, правда, больше нравилась в Хоне. И намного раньше была сделана. И этот CM очень давний. Ну, нет, ну вот я просто говорю то, что вот опыт был. Мы там когда-то катали, даже побеждали. Ну, все же. Мне это больше нравится система. Я когда услышал, что выходит Хон от Гарены, я поржал и все. А я играл, честно играл. Поскольку тогда не было второй доты. И первое время даже вот, когда дота только выходила в альфа-тесте, Хон реально круче смотрелся. Но потом дота в бета-тест, начали ее продавать. У меня даже пара знакомых купила. Сколько там она стоила? Рублей 300? Я не помню точно, сколько она стоила. Но реально пара знакомых купили, предлагали мне покупать. Поскольку она, ну, как бы платная, думали, будет. Я ее не купил, и потом просто на инвайте туда залетел. И сам тоже раздавал инвайты. Ой, этих инвайтов тогда было просто тьма колючая. Ну, кстати, сколько у тебя инвайтов на Bloodstone-ов? Как один? Я не раздавал никому. А, у меня сейчас, кстати, где-то лежат. Я пригласил троих, у меня остался в итоге один. Ну, может быть, удалили доту, поэтому не считается. Я просто не давал никому эти. Потому что они никому не нужны были. Я знаю, что инвайты из CSGO меняют на эти... На шмотки из доты. Ладно, это уже не то. Собственно говоря, что у нас здесь по игре. Команда Compass Gaming, идет третий пик. Они на данный момент успели пикнуть аппарата плюс Шторма. Команда ПВЗ отвечает таким пиком, как Бэтрайдер, Дазл плюс Луна. Прекрасный и выбор. И эта связочка имеет чуть больше 50% побед. Из 40 матчей они только 23 раза выиграли. Прекрасный пик Шадоу Шамана. КПГ... Вот тут говорят, что КПГ очень даже играет. Я думаю, что они выиграют или сдулись после марч-капа. Ну, может быть, кстати, сдулись, не знаю. Так что ну, вот такой аппарат Storm Spirit и Shadow Shaman имеет похуже статистику. Всего было в истории 22 матча, из них 10 побед. Не такая уж и хорошая статистика. Там сколько? Процентов 48 побед, наверное, 47. Ну да, где-то так. То есть... У ДПВЗ получше комба. Ну и сами по себе герои, как бы. Батрайдер это... Трайдер. Сами мы понимаем, что это человек, который очень-очень плохо себя ведет на дота-сцене и делает какие-то неимоверные вещи. Если делает. Если ему позволяет этот скилл делать. Но я думаю, здесь он позволяет. Так. Битрайдер, было бы печально, если бы он дошел бы, да. Просто, я не знаю, там, на чем может дойти? На этих, на мощне какой-нибудь, на этих лузах? Дойти до плей-оффа и в итоге еще в полуфинал попасть. Ага, и потом просто на мощне там еще и выйти. Попасть в стар и потом на мощне всех нагнуть, занять первое место в 10-м сезоне. Ты представляешь, да? Без одной толком игры на мощне выиграть стар-серию. Ну, конечно, невозможно, наверное. Может быть, попробовать? Ты знаешь, это нужно тогда с Даликсом играть вместе. Мы тогда, когда играли в Fast Cup с командой рефери, на мощне пару раундов прошли. Ну, а потом мы проиграли. Ну, это совсем другая история. Ну, было весело, по крайней мере. У Даликса так прикольно бомбит, когда вот еще немножко что-то неправильно делаешь, ругается там, на всех орёт. Они, кстати, сейчас играют, нет? Ты не в курсе? Что-то эта вся тема затихла. Не знаю. Я в доту перестал играть и перестал играть вообще во все. И Devour, кстати, от ДПВЗ. Давно я не видел этого персонажа в игре, особенно в профессиональных командах. Фактически на всем протяжении 9-го сезона про серии я не вспомню, чтобы кто-то брал ОД. ОД? Да хороший же персонаж ОД на самом деле. Окей, ты стримил про серию, вспомни, сколько раз брали ОД? Ну, ноль, наверное. Ну, ноль, наверное, именно. ОД хоть и хороший персонаж, но берут его очень-очень редко. При этом в банах он также очень-очень редко появляется, хотя раньше был просто как мейнстрим. Его забирали по КД. Ну ты понимаешь, сейчас то же самое, что происходит с Ликантропом, то же самое раньше происходило с ОД. Я не знаю, сначала с Кнайтами. Какие еще были такие персонажи, которых постоянно банили? Виспы, по-моему, тоже постоянно в бане были. Когда-то Гуля, по-моему, тоже постоянно был первым баном просто. Вот сейчас то же самое, что с инвокерами. О, кстати, инвокера забанили, что внимание не обратил. То есть не будет здесь у нас имбы, которые там просто бы бластами налево-направо, торнадами, метеоритами, санстрайками. И в итоге все равно бы проиграл. Так.
Что, у нас все хорошо, у нас все хорошо. Никто не ругается, и мы продолжаем смотреть игру. И тем временем... Так. Тем временем, последний пятый бан команды Compass Gaming. И кто это будет? Ну вот Дума забанили ребята из ДПВЗ, и боятся они этого человека против того же ОД. Потому что, да, он будет просто юзлес, если у него будет какое-то сало. И на самом деле, кстати, сало, как керри, там, не знаю. Не канает. Тут Сайленсер нужно было брать за место Шадоу Шамана, например. Было бы круто. Но нет. Посмотрим, да, кого ребята возьмут себе в керри. Команде ДПВЗ бы сало не помешало на самом деле. Global Silence, и тут Шадоу Шамана, аппарат и Шторм просто становятся бесполезные. Ну ладно, Шторм соберет БКБ, будет полезным, но аппарат Шадоу Шаманом — это просто бегающее мясо, такие куски мяса для Луны, например. Ну да, и кстати, ДПВЗ как раз сейчас нужен суппорт какой-то один. И надо придумать кого-то за буквально 20 секунд, которые у них остались. Зышк задумался. Слушай, я тоже недалекого ума. Да-да-да, тут осталось буквально 5 секунд. И это Нага Сирена в роли второго саппорта. Неплохо, собственно говоря. Так, последний пик от команды Compass Gaming. Остается буквально 30 секунд. Ну, не берем в расчет дополнительное время, поскольку его толком и нету. И им нужно забирать себе основного мейн-кэри, поскольку Клокер, скорее всего, будет уходить соло Изи, наверное. Shadow Shaman с аппаратом Hard. И плюс кэри должен с ними уходить, чтобы не давать фармить Луни. На миду будет стоять Шторм против ОД, но это проблема, поскольку Шторм будет оставаться без маны и без интеллекта. Ну, прям до конца добивает время, я смотрю, и это... Морфец! Команда Compass Gaming будет показывать команде Сиркус, как надо играть на морфе. Аж в прошлую игру они не затащили. Правильно же говорю, Сиркус в прошлую игру играла на морфе? Да. И не затащили. И не затащили, вот так вот. Победитель по жизни, хоть в чем-то я оказался прав, хоть иногда. Так, ладно. Вот так вот, врываемся, все хорошо. На тебя там не жалуются? Тебя нормально слышно? По-моему, не жалуются, пока что все нормально. О, слава богу, все хорошо. Так, ОД. Так, Луна здесь уже вкачала ауру, то есть бима у нее не будет, то есть забирать тоже не получится. И у нас остается пауза. А, ну, святое дело, куда же мы без паузы? Пауза — это наше все. Так, штормец. И что? КПГ, давай пройдемся по составам КПГ. Боже, какой он страшный. Ты посмотри на морфа. Боже, он такой страшный. Я не знаю, по-моему, анимация в Half-Life такое было. Я не знаю, в этих... В инди-хоррорах такая же анимация этих чудовищ каких-нибудь. Как у морфа морда. Боже. Ладно, ты там что-то хотел сказать, граватное, рассказывай. Ну да. Калека играет у нас на Клокверке, Unstable играет на Shadow Shaman, Артес на морфе, Bring Me To Life на аппарате, кстати, и Джет на Торме. Так, да, у нас тем временем снимается пауза. Собственно говоря, от команды ДПВЗ, так, на Батрайдере играет Тюлер Дюрнер, боже, за XC, три семерочки будет играть на Луне, на Наги Сирене будет сопротить Денкью, здесь на ОД в мид уходит Титано Нобла, да, я не могу нормально прочитать, у меня с дикцией проблемы в этом плане. Так, Айсберг, Галга, хорош, и на Зазашка, боже, играет на Дазле, сейчас будет ставить варды, наверное, куда-то сюда. Просто так. Так, хорошо, ДМИЦ, что у нас здесь будет? Бэтрайдер, соло, хард. Ну, будет стоять опять. В принципе, да, здесь его запулили танго. Сам он купил ботинок, плюс себе 4 танкусика и веточку. То есть сейчас у него 6 танго. Я так смотрю по расстановкам линий. Что там по расстановкам линий? Все такое стандартное. Ну, а что ты хотел? Морф фармить. Все норм. Как же так? Где вот этот вот? Трипла на триплу, пот и кровь, дабла на даблу, дабла в миде против даблы в миде. Ну, неужели у нас впервые за столько времени что-то будет стандартное? Боже, я уже не знаю, какой день, но до сих пор чат взрывается насчет иконок. Ну что к чему? Ну,
Ладно. Да ладно, ничего не будет. Сейчас будет трипла стоять против Клокверка, терпеть. Клокверк, скорее всего, будет умирать. Хотя, возможно, Когами сейчас крипов постопит и в итоге выживет. Но здесь у Луны Бима нету, поэтому забирать изначально-то и нечем. Там, да, конечно, одна сеточка, но урон опять же не хватит. Все же, команда тем временем КПГ, Shadow Shaman, руна иллюзии. Нужно забирать, наверное, да, вот он забирает. Так, и тем временем Шторм, Жет. Блин, Жет что-то довольно-таки знакомое. Так, попытаются сейчас забрать здесь Калеку. Калеку начинает напрягать, но вот Когами на Коге нарывается. Да, он уйдет здесь. Конечно, поздно тача. Где Нага с сеткой, я не понял. Что ты сделаешь? Мы могли же сейчас забрать Калеку, я не знаю, почему не забрали. Была бы Нага, была бы сетка, это был бы... Опять замедление Коги. В Калеку. Позан Тач, и Калека здесь у нас уходит в очередной раз. То есть в итоге Дазл остается без маны. Ну вот сейчас у него есть еще один Позан Тач, и Луне нужен второй левел. Дазл, уйди отсюда. Ну Дазл, ну пожалуйста, ну уйди, дай Луне получить второй левел, и тогда вы уже точно сделаете фраг на Калеке. Так. А Батрайдер просто решил сразу пойти в лес и не париться. Да, это да, Клокверк фласочку и пытается отрегениться. Да, он отрегенился и продолжает стоять, продолжает быковать. То есть не хочет аккуратненько играть. И вот сейчас... Здесь. Нага! Нага, ты такая Нага! Ладно. Прокачать, конечно, это нормально. Ну, нормально, это Дазл без креста, например, то же самое. Ладно, ну хорошо, по крайней мере, Бэтрайдер стоит в лесу, то есть фарм у него будет. Сейчас он немножечко постакает, а он уже этим делом занимается. Потом на Firefly будет залетать и забирать крипочков. Так, то есть здесь у нас получается стоит Артус, фармит на Морфе. На миде, кстати. Что тут у нас? Шторм, ОД. ОД все хорошо, у Шторма тоже дела более-менее обстоят. Всего лишь 6 крипов, от Шторма он не сильно... Ой, от этого, от ОД не сильно отстает. Что все хорошо. Самое удивительное, что здесь тоже саппорты стоят и фармят вместе с морфом. То есть, как бы, выигрыша в левеле они ему особого не дают. Они пытаются подпушить тугрочек, потому что батрайдера нет. А зачем так быстро ломать тауэр? Можно спокойно делать отводочки, и тогда и линия особо пушиться не будет. И появятся со временем у морфа и артефакты, и это... Вот чтобы на топе опыт. Всякие клокверки не умирали просто так, а делали что-то хоть полезное. Ну вот клок почти забрали, не хватило буквально чуть-чуть, и опять продолжает ДПВЗ дальше фармить. Да. Так, ладно, Бэтрайдер решил вернуться обратно на линию, чтобы Тауэр не сильно пушился. Но здесь, по-моему, это ему не особо поможет. Знаю, здесь можно было бы за место Клокверка, например, взять Траксу. Траксу в мид поставить, Шторма в изи, и трипла уходит в хард. Это вообще было прекрасно. Ну, ладно, это немножко другая опера. Я за счет того, что там аура бы давала всем урон за счет ловкости Траксы, и реально бы с руки раздавали очень больно. Ну... С одной стороны, да, но Тракса это такое себе дело. Почему? Тракса это хороший персонаж. Там Тракса только под 6 левел, он начинает уже потихонечку лицо всем отрывать. Так, ну ладно, за 3 минуты игры, что у нас здесь на карте, собственно говоря, происходит? ОД. ОД уверенно пока что не выигрывает мид, всего лишь на 6 крипов. И тем временем, что у Луны, что у Морфа одинаковое количество крипов. 20-21, ну вот сейчас только что заработал на одного больше. Так, Клокверк, который третий левел у него, что тут больше ничего нет, ну 500 голды, это проблема, поскольку здесь его в очередной раз пытались забрать, ну не в очередной, сколько раз его здесь пытались забрать, ни разу не забрали, это проблема для команды ПВЗ, поскольку Нага, хорошо, у него наконец-то появляется сетка на втором левеле, и надеюсь, что все-таки дальше он будет ее качать, или нету смысла? Нет, есть смысл качать, в принципе, сетку. Не 2 секунды, а 5, тоже приятно. 5 секунд дизейбла, Клокверк там точно не убежит. Ну и плюс за это время Коги успеют кончиться, и может быть спокойно подойти с руки напинать. Так. Ну да, есть такое. Внизу у нас вообще все так тихо, спокойно. Батрайдер форманул себе третий уровень откуда-то. Откуда-то из ниоткуда себя форманул. Он, наверное, в лесах там успел на Firefly надамажить, нет? Не-не-не, причем не в лесу, он на линии как раз. Ну, значит, успел, на линии. Слетал обратно в лес, ничего там не принес, ну и возвращается обратно на свой лайн, чтобы не дать спушить, но слишком поздно, на мой взгляд. Так, ладно, в басе тем временем падает. Короче, надо чат закрывать, поскольку на него отвлекли. А, Firefly, прекрасно, это First Blood на Бэтрайдере, прекрасно. Команда КПГ делает First Blood, его забирает, к сожалению, аппарат, а не Морф. Не, ну Морф был рядом, получил опыт, получил золото за ассист. Вполне прекрасно. Так. Аппараты, расты.
У Раста здесь тоже дела более-менее стоят. Есть ботинок, три веточки, плюс Макевич у аппарата, который вместе с Морфом стоял на лайне. Ну и, разумеется, Расты. Тут у него варды с две веточки и что-то в курьере летит. Это транквиллы. Аппарат настолько богатый, что уже может себе позволить транквиллы. Так, Морф. Ну, вот что-то у Морфа-то дела здесь получше. Получше обстоят, поскольку он старается драться с крипами по максимуму, и от Луны особо не отстает. Да, конечно, четвертый левел за счет того, что вместе с саппортами стоял. Ну, его главные артефакты вынести с левелом проблем не будет. Это да. Но смотрю, что Клок, кстати, также не особо проседает. Например, того же Батрайдера, они приблизительно с ним равны. И по уровню, и по фарму. Хотя даже Клок получше. Клок настолько наглый, что умудряется еще... Отводочки делать. Да, вражеских крипов отводы сделать. Так, Морф. Морф. Ай, хорош, забрал очередного крипа. И все-таки от Луны немножечко остается, но это мелочи. Так, ОДС. 1-0. За столько времени-то. Ну, все правильно, играет аккуратно, никто не хочет лишний раз умирать. Все как положено. Как-никак решается возможность сейчас выхода в Стар. Сейчас это будет решаться. Все-таки там с Дузой, Дуза. Конечно, матерые ребята, ну, при условии, как они играли с Сиркус сегодня, это дело так. Ну, Дуза, у них есть такая проблема, что они рандомно играют. Так, аппарат здесь пытался напрячь Нага. Не хватает еще какого-нибудь дизейбла тут, я не знаю, был бы ОД рядом, может быть, Бэтрайдер бы, то да, конечно, забрали бы аппараты. Но вот это вот ДД на себя никак не реализует, может быть, проще пойти с крипами подраться. Хоть урона можно внести нормально. Так, ну и ладно. Так, клёкверки. Клёкверки стоят. Блин, ну реально клоквик 5 левел. У него тут совсем проблем нет, вот не то, что у Бэтрайдера. Бэтрайдер тоже, собственно говоря, 5 левел. Бэтрайдер уже дофармил себе стаки в лесу. У него есть такой момент, как фарм стаков в лесу, поэтому... Где тут? Один дабл. На ОД, в миде. Так, сразу сейф ТП здесь отдазл, ну и просто его отпустят, да. Ну, конечно, смысл его забирать. Не хватит урона, при условии, что пришел Дазл, у которого есть крест и хил на двоечку. Так и у нас смысл его забирать. Зачем его забирать? Пускай живет. Зачем вообще вражеских героев убивать? Надо же... С крипами драться. Кто? И трон пропушить. Пропушить. Это как китайская дота. Выигрывает не тот, кто убивает героев, а выигрывает тот, кто пушит и ломает вражеский трон. Есть такая народная мудрость. Так, что я хотел сказать, забыл. Ладно. Так, гоу. Ну, Дазл нужен 6 левел, чтобы появилась ульта. Это может даже устраивать уже 5 на 5. ОД тут у нас тоже 7 левел. Тюрьму вкачал на... Ну вот, тюрьма у него на 4. То есть теперь можно ворвать по 10 интеллекта, и у Шторма совсем тогда проблемы будут. Так, сейчас, в принципе, что-то его давно не прятали. У Шторма слишком много маны. Что-то потом выкладывал артефактов, да. Забирает обратно и, походу, сейчас будет выходить. Что, в ПТ-шку? Или сразу же ворчит? Так, кто-то там в чат переключился. Луна продолжает фармить. У нее 48 крипов. Столько же, сколько и у Морфа. То есть идут фармилы примерно одинаково, стараются. Не, просто меня школьником назвали в чате. Да, и чё? Мы школьники, я вообще из 7 класса, ребята, тут случайно попал. Хотя, из какого 7-го? Из 5-го он. Не, по идее, я на 4-м. Да. Что на 4-м ты? Вы 4-м. Привычка говорить, на 4-м. Да, в 4-м, как в 5-м, только на класс пониже. Ладно, здесь Бэтрайдер тем временем продолжает делать стаки. Это прекрасно. Нага могла бы ему в этом плане помочь. Что тут Наги? Вот это тяжело от этих крипов отвести, что ли? Или вот этих крипов. Нага что-то бегает туда-сюда, ничем не занимается. Третий левел до сих пор. Так, клокверк. 6-й уже есть, то есть хукшот. Можно куда-то пробовать врываться. Так, ну, да. Морфец. Что тут у Морфец? Блин, ну реально у него лицо. А я переключился, ладно, не будем этой фигней заниматься. 1200 у Бэтрайдера, тем временем появляется Блинк Даггер. И это хорошо, Блинк Даггер до 10 минуты, это прекрасно на самом деле. Ну да, это замечательно, и сейчас начнутся какие-то врывы фактически от ребят. Кстати, Клод такой же, кстати... Нетворс почти имеет, что и Батрайдер, там разница 400-500 лет. Не суть. Хороший чат читается. Я сейчас его реально закрою, он мешает. Ладно, все, я закрыл чат, теперь я не буду его читать. Позже. Ладно, хорошо, вернемся к самой игре. Так, Луна 7 левел, в принципе, ульта есть, бим замаксила. Так,
Так, это... цепляю здесь клокверка сразу на минус, и он умирает. Первый. О, хорошо, блиндагер есть, лосок грамотно реализовали, у бутрайдера 7 левел, скоро будет 8. Нага даже потратила сетку. Ну, ладно, типа норм. Назал хилочку на 3, вкачал позу тач, не максит. Так, башня падает. Сейчас заберут, не заберут башню. В принципе, можно пробовать забирать, пока что никто не летит дефить, и глиф тоже не прожимают. Походу решила команда КПГ отдать Т1 тавр. Нет, прожали глиф на лоу хп. Клокверк хукшот, просто попадает. Луна разультилась в крипочков. Так, шторм здесь еще пытается врываться. Луна делает фраг и в итоге умирает. Мор все так же врывается, бутрайдер на фаерфлай от тавра. 2-2 в размен, и выжил все-таки батрайдер. Да, если бы умер батрайдер, то было бы вообще все шикарно. И плюс заденайл морф. Вышечку. Это да. Не, ну что самое удивительное, они пока что без ОД дерутся, то есть ОД продолжает фармить, он в драках не участвует. А команда КПГ старается максимально стягиваться в пятером, в четвером. Желательно, конечно, в пятером. Еще ульта бы появилась у аппарата, и там можно было бы закидывать постоянно. Так, ТП от шторма. Врывается, стяжечка. Да. Не успел стяжечку. Аппарат. Но все равно он здесь не уйдет, вряд ли, хотя ТП здесь от стяжка. И это таверна для... ОД. Но ОД уже понял тот момент, когда сам себя спрятал в темницу, в тюрьму, в астрал, что он уже не уйдет. Нага. А Нага у них так в роли саппорта или в роли кого, я понять не могу. Суппорт, конечно. Кто же потому что что-то вроде бегает то там, то тут. То там, то тут. Так, шторм. Ой-ой-ой, ульта от аппарата тоже не туда. И, к сожалению, Нага у нас должна умирать, да. Клок отлично залетел, ставятся еще коги. Хорошо. Бэтрайдер. Оттолкнули на когах. Че? Все, такая вот драка. Батрайдер цепанул здесь аппарата и убивает. Это смерть. Очередной фраг для Луны. Это уже третий. Представь, что есть одна смерть. Так, у Луны появляется временный доминатор. Хотя можно было попробовать первым артефактом выйти в БКБ, чтобы проживать прокаст там от всех, кого возможно только. Морф. У Морфа в этот раз, мне кажется, все-таки линга появится побыстрее, чем в прошлой игре. Команды Circus это было. Ну, посмотрим. Да, Морф тут хорошо. Топ-1 по нетворцу имеет и... перефармливается. По крипстату у него тоже топ-1. Ну хотя явно не хвостец играет. У хвоста бы уже было, тут не знаю, крипов 150, наверное. Представь, что у морфа всего лишь 80. Ну хотя довольно-таки хороший крипстат. Как ни крути. Ну это про серия, все куда-то деваться. Имея при этом один фракт, я бы сказал, это отличный крипстат. Хотя на уровне стар, да. На уровне стар. Ну, чуть-чуть где? Ниже уровня хвоста, ладно, скажем так. На троечку, на 3,5. Так, Shadow Shaman поставил варды. Ну, тут юзается глиф и тавр. Должит заденайть тавр. Ну, Нага, по крайней мере, бутрайдер хорош. Ну, ладно, Тулер Дурнер сделал это. Все, молодец. Так, здесь пытаются забрать. Сейф ТП, дазл, только сам себя подхилил. В итоге умирает ОД. Шторм, у шторма маны нету. Сейчас тики откатится и, возможно, убежит. Так, аппарат сейчас сюда. Может, не успеет здесь он... Курьера! Откатиться. Так, и курьера отпустили, и стики в итоге улетают, вовремя приходит, Раста дает арканы. То есть и дазл здесь выжил, в итоге всех отпустили. Так, ставится обычный вард. И скоро аппарат уже будет 7 левел. Блин, хорошо дело идет, на самом деле. Возможно, даже будет изи-катка. Ну, я имею в виду быстрая игра, а не изи. Хотя тут до изи-то, наверное, тяжеловато. Представить, что морф фармит. Уже есть персик, уже есть ультимейт орб. Скоро появляется линка, а там, глядишь, и до Зырила недалеко. Может быть, скади соберется таником, бабочка плюс тарасочка, и все, считай, выиграл. Просто морф с такими артефактами лицо ломает только в путь. Но все равно за то, что две вышки уже забрали ребята из КПГ, и только одну забрали ребята из ДПВЗ, мы видим, что графики в 2000 по голде, и там по опыту вообще там 400, это не особо влияет. Но то, что 2000 по голде, да, это где-то оно сказывается на суппортах. 2000 по голде, на пятерых, да не так уж это и много на самом деле. Но это сказывается только на суппортах, мы там видим, что суппорты получше. Ну да. Нет, ты знаешь, что тут неправильно в этой игре, я понял. Нету мидаса ни одного. А, да, кстати. Это совсем все плохо. Почему нету мидасов? Мидас обязательно такой артефакт, который должен быть в каждой игре. Не, так, погоди, у нас мидасы это в той игре, когда кто-то проигрывает. Он, кто проигрывает, тот собирает мидасы. Здесь ребята не хотят проигрывать, не собирают мидасы. Здесь никто не проиграет, да, поскольку мидас не собрали. Ничья. Ничья.
Ну в Доте же не бывает ничьи, по сути, на карте. Хотя сделали бы так, если игра продлилась там, не знаю, 150 минут, все, ничья. Оба трона падают, обе команды проиграли. Ну, грубо говоря, ничья. Так. Нет, что самое важное, Clockwork 8 левел скоро уже будет, возвраточка, есть такое подозрение. У Расты 7 левел есть, также варды, можно пробовать заходить на Т1 Тавр. Бэтрайдер тут с Макевичи трется, в принципе, с Нагой. Печально, что у Наги нету пока что ульты, тогда можно было бы реально разманцовывать, как вам надо. Так. Морф, 11 левел. Так, вот 1000 золота уже есть, то есть до линки остаются сущие копейки, буквально. Забрать один тавр, и сейчас туда появится линка. Или он один не станет рисковать. В принципе, снизу шторм подтягивается у нас. Да, вот он, штормец подтягивается. С руной регенерации все кончилось. Морф пытается зафармить всех крипов. И луна. Не, наверное, не стоит луне одной драться, хотя вот, да, вот. Это самое важное, бэтрайдер подтягивается вместе с дазлом. Сейчас дазл только дает вижен, бэтрайдер сразу же должен блинковаться. И, да, лассассировал, приказ лассассировал. Луна, бим. Ай, да ладно, даже без бима смогли забрать. Слишком много урона залетело в одного шторма. Ну, здесь ребята из смолки, из КПГ, юзается чиллинг тач. Видят здесь дазла, будут летать. Хукшот, да, отличный, да, хукшот. Отбрасывают еще к себе. Ну, дазл, он, конечно, живет. Ну, он здесь решил недолго подраться по максимуму. Луна, ульта есть, прекрасно, разультилась. О, боже мой, как много урона. Сейчас еще раз-то умирает, Луна положила двоих. И, возможно, сейчас все-таки умрет. Нет, выживает. И это опять драка была без ОД. Кстати, где ОД трется? Да, вот ОД подошел, но уже поздновато. Так, Морф на мид продолжает фармить. У Морфа вот уже появляется рецепт на линку. Теперь надо только притащить. Ну, вот такой вот не особо хороший размен от команды КПГ. Просто 3, да, 3 в 1. Еще сразу становится 7-7, хотя был в пользу КПГ. Ну и, соответственно, по графикам, по опыту они сейчас... Прости, я тебя перебью, но посмотри на аппарата. Ты обязан это увидеть. Хочешь, я тебе отвечу, кто проиграет в этой игре? Давай. КПГ. Спасибо, Кэп. Ладно, собственно говоря, что тут у нас по графикам. Да, реально шутим, как школьники, шуточки за 300. Команда КПГ впереди, у них 3000 есть по золоту. И по опыту не проигрывает уже 1500. Ну, не такое, что большая разница, но сам факт, что она уже есть. И это показатель. Так, и тем временем команда КПГ забирает очередной Т1 Тавр. У команды ДПВЗ не остается Т1 Тавров вообще. И все, тут 2 Т2 Тавра, но пока что они полные. Да, команда КПГ имеет хороший шанс на поражение, на самом деле, в этой игре. Знаешь, они могут его удвоить, если какой-нибудь шторм соберет себе еще мидас. Так. Так. Луна выходит в манта стайл. Да, мидас. Зачем Луне мидас? Не нужен ей мидас. Мне все... А, нет, вот, все правильно. Покупать себе Огрклаб, себе на Яшу купила, чтобы быстрее бегать, быстрее бить. И сейчас чуть-чуть осталось до того, как появится у нее БКБ. То есть в драке ее будет нечем забирать. Так, задоминировала крипа. И надо бы уже этим крипом где-нибудь стакать энчентов, например. А, ну тут уже, вот, в принципе, настакали немножечко, но можно еще. Но у него буквально появятся минуты через 2-3. То есть на 20-й минуте, если будет БКБ, это будет просто шикарно. Отличный просто нетворс показывает она вместе с Морфом. Что у одного линка и 2000 имеется сверху вместе с ПТ-шечкой. Так что штырь другой там, как ты уже перечислил. Все просто шикарно. Вот, дальше по нетворсу у нас идет шторм. Мидер почти собравший себе арчит. Ну и там уже ОД, который замыкает четверку лидеров и вместе с Мекой своей. Мега, ПТ, талисманчик, все хорошо, плюс бутылочка. Так, зацепля... врывается... Вот это был просто эпик фейл. Это... команда ПВЗ. Это в этот, да? В ОД они все влили? Ну, как бы, в релокейт, да? В репликейт. Нет, да, Клок запрыгивает хорошо его ОД. Кинул. Урта от аппарата, залетает дазла, Нага разультилась, шаклы сбивает, и команда ПВЗ грамотно отступает. Там, да, шторм. Шторм балбес может умереть. Нет, дазл крест вешает, еще плюс спрятали. Вот немножко неграмотно в этом моменте сыграли, так что, скорее всего, Нага будет умирать. Нет, Мека, Морф, ой, боже ты мой, Морф Бучалара. Уже по Т3 Тавр, на ульта, Бэтрайдер пытается. Шо, Бэтрайдер, но у Бэтрайдера нет уже ничего, фактически, кроме Дайгера и Колбы. Минус бронян висит, и на этом все фактически заканчивается. Потеряли ДПВЗ и себя Нагу. И больше ничего особенного не сделали.
врыв был в морфлинга просто отвратительный, потому что врыв от Батрайдера был в крипа. В крипа? А я думал, он в иллюзию, ну как в иллюзию, в репликейт ворвался. Боже. Нет, он ворвался в крипа. Ну, бывает мисклик, можно. Можно это простить, вот этот единичный случай, но надеюсь, больше такого повторяться-то и не будет. Сколько это нехорошо, неправильно. Если вы хотите проходить в стар. В стар таких фейлов вообще не должно быть. Хотя бывает, кто спорит так. Ну, и, собственно говоря... На интернешнл еще хуже бывает фейл. Ну, что ты предлагал? Интернешнл? У нас же круче, чем интернешнл. Интернешнл — это так, второсортный турнирчик. О, у нас реально крутые деньги тут разыгрываются. По 700 баксов на команду. Да. Кстати, сколько в этом интернешнле будет основной приз? Не в курсе сейчас? Да, блин, основной такой же будет, я думаю. Такой же? Там еще за счет компендиумов можно хорошо поднять. Я думаю, 1,3 миллиона уж точно будет призовой. Призовой, ну реально круто. Так, тем временем сломали вардец здесь. Нага подходит. Все хотят получить экспириенс. Опыт. Тут надо забирать Луни. Луни главное сейчас заработать денег. Но тем временем у нее есть БКБ. Так, залетает ульта от аппарата. Хорошо. А толку-то сейчас от этого? Никто ж врываться сюда не будет. Луна должна на ичах зафармливать эншентов. Нет? Да, дофармливает морф. У морфа тем временем 3600. 3700 даже уже. И неужели он сейчас соберет радик себе или рапиру? О, рапиру надо, ребят. Хочу увидеть рапиру на морфе. Он... Собирает он себе просто иглстон и потом будет выходить в стандарт. То есть стандарт это, по-твоему, стандарт это что? Бабочка или... Эзириал. Эзириал. Да, ну Эзириал не круто. Вот бабочка, Тараска и погнали все выигрывать. И плюс сатаник, разумеется. Бабочка, тревела, сатаник, линка... Тараска и, ну, еще какой-нибудь там артефакт. Ну, любой. Так, клокерки продолжают фармить, 10-й левел. Так. Блэкмейл, ну, особо ничего у клокерка тут нету. Прям существенного такого догонимого имущего, как до Китая, а и тут уже 21-я минута. Ну, и то не факт, что он будет собирать огни, может быть, что-нибудь более полезное решит собрать. Так. Ну, сейчас будет зависеть от того, что будет собирать себе морф. Все как обычно, все решается в main carry. Особенно уже к какой-то минуте. При условии, что драчки идут вроде постоянно, пытаются показывать экшен. Так, Нага 8 левел, в обычный ботинок, это да. Нага, ульта от аппарата, иллюзии упали, крипы нет, живут. К сожалению, аппарат не зафармил с помощью ульты-крипочков. Так, морф тем временем здесь эншентов успел зафигачить. Можно было подождать бы следующих и еще заработать денег, тем более они появятся очень скоро. Ну, а ДПВС сейчас будут разводить, по-моему, на Луну или же куда-то побегут смолки. Знаешь, вот он парень бежит, которого можно попробовать принять. Хотя, в принципе, ульта есть. Там арчиты, это что? Это будет очень плохо и печально. Но и в итоге ничего не делают здесь ребята из команды ДПВЗ. Да ладно, тут калека вот сейчас, как калека, будет тратить хукшот. Жалко, что вижена нету. А, нет, в принципе, да, у команды КПГ тут вот есть вижен. Где-то здесь калека. Еще вард. Калека. Может что? Сейчас просесть. Ай-яй-яй, залетел он отлично. Спрятали Батрайдера. Шадоу Шаман умирает. И попутно должен калека еще умирать. Так, калека, я сказал, должен умирать. Луна, еще паечку, пожалуйста. Да, калека умирает. Еще не забрали двоих, никого не потеряли, к сожалению. Ну и вот, цепляют с помощью этого батрайдера, догоняют сразу по фрагам ребята КПГ, и как мы видим, что уже изи-катки в 17 минут нет. Да, менеджер был неправ. Возможно, команда ПВЗ сейчас еще сможет наказать команду КПГ, и тогда это можно будет поговорить с менеджером насчет его уверенности. Ладно, тем временем команда ПВЗ забирает Т1 Тауэр, и то есть по голде будут стараться отыгрываться, но опять же... 5000 преимущества, и по опыту тоже у команды КПГ имеется небольшое, но все же есть. Так. И тем временем морф купил себе Эзириал. Блин, морф с Эзириалом, да, в этой игре это, по крайней мере, адекватно. Тут не так уж много и здоровья у некоторых персонажей, так что можно пробовать. Главное, так. Что это все быстро происходит, да. А не очень там медленно, еще что-то. Так, 23... сейф ТП на топ. Зудексев, вот как просил. БКБ, сейчас... хорошо, морф! Таверна должна быть. Ну все, кончился шторм. А, и ставится тактикал пауз. Тактикал пауз от Пупея. А, тут нету Пупея, извиняюсь. От Луны. От ZXC. А он еще и вылетел. А, кстати, да, вот в этом, поэтому, может быть, он просто шел, ничего не делал, потому что отключился. Так, интересно, что... Ну нет, он сам нажал паузу, может быть, какой-то баг. Баг. В доте, да. Нет, тут есть кто-нибудь, кто со шмотками? Может.
какие-нибудь спайки у него появились. Потеря кадров у него. Или пинг. Так. А, ну да, это до сих пор не пофиксили. Ну, БКБ у Луны еще буквально вот секунды 3,5-4 будет длиться. Держаться, но... Да, и тут залетел шторм. Ну, рядом Дазл, который, если что, он поздно тачка вот юзает. Сейчас у него попутная хилочка откатывается, так что можно попробовать подраться. Если я вот деньги, думаю, что Грейв, кого он кинул? Грейв? А, и правда, на 30 секунд. На Луне вроде нету Грейва. Так, Бэтрайдер. Кстати, еще Бэтрайдер подтягивается, у него форстав плюс блинк, то есть он здесь окажется очень быстро. Морфа точно не должны не отпускать. А, ну да, Грейв он кинул, когда только еще залетел Морф, да, в самом начале, и после чего был проюзан БКБ. Так. Луны. Так, тем временем возвращается Луна и должны спрашивать Гоу. Конечно, Гоу. Будем смотреть, как Морф здесь будет выживать. А, вот он переподключился. Хорошо. Луна, Луна. А что, мне кажется, или Луна в воздухе висит, нет? Показалось. Не знаю, она у меня сверху. Значит, она сверху. Ну, тут всегда можно посмотреть. Не, реально у Морфа такое лицо, боже, так... аутист такое ощущение. Ладно. Ну, все, начинают. Хорошо. Хватит упоротости. Будем смотреть, как Луна... Луна... Да ладно, Луна в итоге умирает. Пыталась бить, очень поздно прилетел Бэтрайдер, еще залетает сюда ультимейт от аппарата. И Бэтрайдер тоже умирает. ОД. Паечка, хорошо, давайте. Ребята, Морфа догонять надо. Так. Сбили ему линку. А толку-то от этого сейчас он все равно уйдет, если такое подозрение, поскольку монорек прекрасный, можно в вейформе уходить и сейчас спокойно продолжать, пока становится мана на свиток телепорта. Так, ну вот да, ищут. Форстафа нету у ОД и ничего нету. У Дазла. У Дазла. Ни тангусиков, ни топорика. И спокойно Морф уходит на базу, сейчас восстановится, перекачается в ловкость и опять будет ломать всем лица. Ну вот такая вот, я не знаю, неудачная, неправильная драка. Но может это из-за того, что не вовремя вылетела, Луна залагала. Возможно, в этом кроется проблема вот этой вот плохой драки. Но представь, что потратила 9-секундное БКБ. Ну так. Нет, фактически Луна не успела прожать БКБ, когда в нее залетел Морф. Это да. Там очень долго всего и много залетало. Может быть, кстати, как раз из-за этого и был там, типа, пинг подскочил, там, не знаю, фризы какие-нибудь пошли, потому что реально, на самом деле, мог за ТКС там спастись, прожать сразу же почти БКБ, БКБ, когда только еще прилетел ГОСТ, но вот этого очень долго не было, и поэтому очень быстро потерял все ХП. Так, ты знаешь, походу здесь у нас аппарат собрал Мидас и не юзает его. Не, я видел нормально. Все, норм, он его юзает, ты уверен? Да. А, ну да, все правильно, юзает, хорошо. Ну, ладно, тем временем у него скоро появится уже Аганим, такими темпами, уже есть Ogre Club, уже есть два остальных артефакта, осталось купить только Blade of Alacrity. И он опередил уже и Клокверка, и Бэтрайдера по... Недотворсу, это да. Но по графикам, что команда ПВЗ, ой, команда ПВЗ как проигрывала, так и проигрывает, что по опыту, ну только по опыту тут уже больше 5000 они проигрывают, ну а по золоту как было такое же у них... Отсутствие преимущества, так оно и остается. Так. Да, напоминаем, что это первая игра. Скоро у нас будет вторая игра, где будет решаться, то ли команда ДПВЗ будет бороться дальше в третьей, то ли нет. Хотя они еще и эту-то не проиграли, по сути. Это да. Так что нам еще, ой, как много доты смотреть сегодня. Да а ладно, еще гранд-финалы. Там был 5. Ну, гранд-финал там будет в Рабис Донбасс. А ладно, все равно в лобби посижу, посмотрю, в чате пообщаюсь. Там есть адекватные люди, с которыми реально интересно общаться. Так, Морф. Прекрасно. Оп, Аганимыч появляется у аппарата. И Морф. А Морф во что выходит? Надеюсь, не в... Морф выходит в нагу и убивает ее просто с одного прокаста. Жалко, вебка не работает. Сейчас такой сижу, и у меня просто челюсть нижняя отвисла. Буквально, сколько он там ее? За полторы секунды сбрил? Да, это проблемы для наги. Ну, это не только для Наги, я думаю, там Дазл тоже особо ничего не успеет сделать. Крест. Шторм. Ну что, Шторм? Шторм пока что мансит. ОД. ОД, Мека, БКБ в будущем. Ну и Форстафа, они, наверное, не будет здесь, есть такое подозрение все-таки. Так, аппараты. Шадоу Шаманы. Ну, можно уже к команде КПГ заходить, в принципе, на Т2 Таура, вот особенно на миновидовый. Нага. О, прекрасно, Нага разлетелась.
И Клокерк сейчас исчезнет. Да. И реализация ульты от Наги просто стопроцентная. Да, В печально кавычках. здесь все сейчас ребята сделали из ДПВЗ. Луны нету теперь просто на 2,5 минуты у ультимейта, и у Наги А, нету ну вот. ультимейта на 2,5 минуты, и поэтому все очень плохо, сейва не будет никакого. Есть только вариант сейчас кого-то цепануть. А кого из двух Клокбергов А цеплять? какой настоящий, да? Да они... Оп, успели? Нет, не успели. Все-таки улетело на репликейте. А морф обратно на базу. Ну, на базу тут Клокерку ближе. Ракета полетела, перекачивается в ловкость. Там немножко силы оставляет, конечно. Но все же, я бы полностью перекачался. Хотя здоровье и так завалило. Так, и здесь Растас с помощью вардов пытается забрать Т2 Тавр. Подозрение, что у него не получится сделать, поскольку сюда ОД прибегает. О, хорошо. Шадоу Шаман заехал. Кстати, как называется там, с молнией. С шока. Щека. И вот разводит. Вот так вот. Там снизу морф постоянно с клокерком пытается сплинт пушить. Здесь у нас Shadow Shaman заходит на товара. То есть команда ДПВЗ бегает то туда, то сюда. Ну и тем самым под сплитпушем этим они формируют себе и опыт, и голду, и потихонечку, полигонечку все и увеличивают себе преимущество таким методичным напряжением и бесконтактным боем. Фактически видим, что у нас 22 фрага за 29 минут, это не особо много. Ну, Так, это... битва за Рошана. Бедняжечка. Да, не будет никакой особой битвы за Рошана, потому что Он уже умирает. Ну, буквально тут осталось совсем. Некому драться, поскольку луны нету, бутрайдера нету, остался ОД, который мид стоял, и два саппорта. Что они тут сделают? Ничего они тут не сделают. это морф, который просто Морф, который смог. Морф, который смог убить выходит в все что скади. угодно. Не, Морф выходит в скади, это прекрасно. Сейчас у него появляется скади, в будущем сатаник, и он просто всем лица попутно ломает еще и с руки. Но пока что он делает минус один. Четко, ровно и без проблем. Вот Наги 900 хп, он сносит 1000 хп буквально за 1,5 секунды. Неплохо. Сейчас батрайдер войдет, шторм О боже, взлетает, бедный ОД! Таверна, да, Нага, минус конечно. 100 хп, и на этом все. Опять же, они убивают по одному спокойно, методично, и получается постоянно ДПВЗ могут драться только вчетвером, ну а вчетвером, соответственно, они не будут драться, и из-за чего они проигрывают файты, ТВРа и преимущества. Потому что залетать-то они тоже могут, вроде есть батрайдер Dagger for Staff. Но если он залетит, он просто умрет. Это да. Видны. Ну вот, остался буквально у ДПВЗ один внешний тавр. Все, один Т2 тавр сверху, и то, которого скоро не станет. Здесь снизу почти сломали Т3 тавр. Тут морф с клокер когда-то развлекались. Ну и команде ДПВЗ здесь, в принципе-то, есть чем драться, но они отдаются по одному, как ты и говорил. Нага. О, у Наги есть ульта, что самое важное. То есть, можно будет попробовать разультиться. Спасти своих тиммейтов или наоборот, зайти помочь. Во всех дать ульту и там уже размансить грамотно, выбрать фест таргет и забрать его. И, ну, кажется, что здесь морфа-то они не заберут. Его тяжело забирать. Морф очень толстый. Это да. И к ней. Не то, что очень толстый, он со своим релокитом в любой момент может оказаться где угодно, и, собственно, на этом все закончился. Что ж, Так. ребята из ДПВЗ сейчас будут пытаться кого-то цепануть. Шторм в инвизе Клокер. бегает. Ой, бедный бэтрайдер, таверна. Да, Бутрайдер очень быстро попадает в таверну, ультимейт, попадает не в кого от аппарата, луна на развороте будет ультить. Ульт Да никуда! нет, в Клокверка попал немножко. Ну, по крайней мере, забрали Клокверка. Размен один в один, ну, плюс Луна прожала БКБ. Это неправильно. Так. Ой, все это минус. Нага. ОД! Ульту! В ульту Наги! Зачем? А, вот это сыгранность команды называется это все. И, разумеется, Луна должна умирать. Так, выбили Аегу. Луну не отпускают. Шаклы. Ну и да. Шаклами. ОД. И также не отпускает ОД. Сейчас сразу побежали за двумя суппортами. И эти... Минус Нага, минус Дазл. Дазл. И Team Viper. Все От фактически команды 20. ТПВЗ Team Vibe, да. Морф у нас уже богоподобен. Играет со счетом 9-0-6. Морф со счетом 9-0-6, у которого 238 крипов. И я не знаю, как такого морфа убивать на самом деле, да, и команда ПВЗ пишет ГГ. Они тоже не знают, как его убивать, и, соответственно, рассчитывают теперь уже только на следующую игру, которая уже будет на грани риска, потому что если КПГ выигрывает еще хоть одну игру, они попадают
прямиком в гранд-финал. Ну, а команда ДПВЗ необходимо две игры теперь выигрывать, если они рассчитывают на побороться в гранд-финале. Ну, вот знаешь, есть такое подозрение, что все-таки ДПВЗ может не пробиться в Старсерию. Ну ладно, посмотрим во второй игре, как это все будет происходить. И, ребят, мы уходим на буквально небольшую музыкальную паузу, пока соберутся ребята в лобби. Это будет